Друзья, ну что, у Дамира сегодня разболелась голова, стало ему плохо, поэтому забрала его со школы. Целый день борюсь с котом, он постоянно скидывает миску с водой. Во всей кухне вода везде, это самое. Подстелила полотенце, хотя терпеть этого не могу. Вова говорит, вот, от него может быть запах, потому что он будет постоянно мокрый. Ну, надо рассмотреть, надо что-то покупать. Надо какую-то либо подставку под миски покупать, либо миску другую покупать. Я, честно, я уже не знаю, как с ним бороться, что с ним делать. В связи с этой ситуацией, вот, пока подстелила под миску полотенце, прихожу, миска с в миске воды нет, полотенце это с миской посреди кухни, но, по крайней мере, нет воды вот так по всей кухне. В общем, сегодня так, завтра так, а там я что-то придумаю, вот. Зашли с Дамиром в магазин, как я уже сказала, учительница позвонила, сказала, что Дамиру плохо, голова болит, тошнит, чтоб я его забрала. В общем, я его забрала домой, вот. Сейчас он немножечко передохнет, вот, и будем делать домашние задания. У нас очень много домашек. Я уже рассказывала, что нам нужно с ним, чтобы он нарисовал красками памятник и видовую площадку какую-то, любую, в городе Находка. Вот, Дамир сегодня тестирует новую масочку, вот эту вот, с котейками, вот, новая масочка у него. Что еще, что еще? Заходили в магазин, увидели, встретили там очень приятную женщину, вот, старушечку, она говорит, где же эта маска, где же эта маска, она так копалась в сумке и говорит, вот, блин, типа, а что, типа, делать, все равно нужно одевать, говорит, мои дорогие, и все такое. Вот, очень приятная женщина, так удивилась она, что я ей дверь открыла, когда мы это самое... Господи, когда мы вышли из магазина, я открыла малому дверь, как бы вот так вперед, пропустила его, он прошел, потом я прошла, и я стою, держу ей дверь, чтобы прошла она. Я это ее так удивило. Вообще для меня странно, когда люди удивляются тому, что я с ними, например, здороваюсь. Вот, я вот иногда вижу, чтобы соседи удивлялись, что я с ними здороваюсь. Недавно я спускалась вниз и встретила, пока с пятого на первый спустишься, встретила четверых соседей. И я со всеми поздоровалась, со мной поздоровались только двое из четверых. И так, из четверых соседей со мной поздоровались только двое. Двое просто странно посмотрели на меня. Вообще для меня, ну, на меня так люди смотрят, как будто для них это какой-то, я не знаю, нонсенс здороваться. Я понимаю, что да, я не так давно здесь живу, вот, но тем не менее, вот. Я здесь живу с июля месяца, и, ну... Как бы я здороваюсь со всеми соседями, и для меня странно, когда люди не здороваются, когда люди не имеют такой привычки, когда они вот не, когда с ними ты впритык идешь, здороваешься, они на тебя просто смотрят и ничего не отвечают. Для меня это всегда было очень странно. В общем, ладно, очень приятную женщину встретили, я ей дверь открыла, она говорит, а я вам дверь открою, вот, зашли с Дамиром потом в аптеку, купили мне лекарства, и сейчас мы дома. Значит, мы зашли в магазин, купили вот такой апельсиновый сок. Дамир говорит, такой не брали, ну, по-моему, брали, если честно, ну, ладно, вот, в общем, изъявил большое желание попить апельсинового сока ребенок, вот, дальше лекарства не буду показывать, лапша перекусить быстренько, естественно, не ребенку, а мне, вот, я иногда такое покупаю, чтобы в случае чего быстро перекусить. Я хочу знать адрес магазина, в который мы ходим, потому что что-то Google карты мне говорят, что я хожу в какой-то магазин с таким вот совсем другим, ну, я в такой магазин никогда не ходила, мне постоянно показывают, что я в него часто хожу, мне кажется, что просто в Google картах не обновилось название магазина. И я вообще заметила, что, по-моему, если я не ошибаюсь, в Находке очень мало вот местных экспертов по Google картам. Вот как-то в Донецке я постоянно... Так как Донецк сейчас это не Украина, да, это ДНР, вот, то дело в том, что очень многие, ну, допустим, на крытом рынке у нас там продуктовый магазин, там аптека, такой магазин, а раньше там была ювелирка, там, и так далее. В общем, там другие совсем были магазины, детские магазины и так далее. В общем, в Google картах это так дело в том, что и осталось. И год или два тому назад я просматривала Google карты, я давно являюсь местным экспертом в Google картах, я увидела, что
Там до сих пор старые данные. Там до сих пор данные по банкам старым, там Приватбанк, Ощадбанк и так далее. Этих же банков там нет уже давно на этой территории. И, в общем-то, я помогаю Google картам развиваться, я обновляла там данные. Вот данные, когда я исправила практически, там вот очень много домов, вот так прям по улице, что там вот нет этих магазинов, банков, ломбардов сейчас. Я совсем, там совсем другие вещи сейчас вот. И я ждала одобрения. Я ждала одобрения два месяца, и мне одобрили, что, ну, те данные, которые я внесла, поблагодарили за то, что я вношу поправки в работу Google карт. Я уже очень давно пользуюсь именно Google картами, вот, раньше я пользовалась Яндекс навигатором, вот, и картами от Яндекса, но потом, переехав из Харькова в Донецк, у меня очень плохо работал Яндекс навигатор. И я как-то это дело забросила и стала пользоваться Гуглом. Гугл у меня работал шикарно. Также поговаривают о том, что когда ты находишься... Вот, например, я телефон купила в Харькове. Мне сказали, что вот в Харькове он, типа, идеально работал. Я говорю, да. А, типа, переехав в Донецк, типа, карты плохо показывают, неправильно, не в том направлении, там, еще что-то. Я говорю, да. И мне говорят, ну, надо местный телефон покупать было. Я переехав, купив телефон в Донецке, карты прекрасно показывали. Я переезжаю в Находку, у меня неправильно телефон показывает карты. То есть он показывает, вот я иду прямо, мне показывает, я иду вправо. Я стою ровно, мне показывает магазин, который находится справа от меня, что он находится сзади. То есть раньше такого не было. Раньше ты поворачиваешься, если скоростной интернет, быстрый, хороший, то стрелка, ну, там с разбежностью до 3 секунд тоже поворачивается, вот. Понятно, что я вот так кручусь-верчусь, она туда-сюда не крутится вот так вот лихо, ну, скажем, ну, до 3 секунд где-то, плюс-минус, она разворачивается, стрелочка, да, и для меня это было странно, что вообще вот такая вот разбежность. Я говорю, ну, подождите-ка, ну, ты же не можешь, вот, например, если ты путешествуешь, если ты часто переезжаешь, если твоя работа зависит от города в город, от области в область, допустим, да, или уж, не дай бог, из страны в страну в поездках, ты же не будешь себе в каждой стране или в каждой области покупать себе новый телефон. Ну, то есть это, ну, как бы... В принципе, может быть, это и есть, как бы, ну, причина, может быть, это и аргумент, но мне кажется, что это не должно так работать, потому что, блин, ресницы чешутся страшно на правом глазу и чуть меньше на левом. Это аллергия, товарищи, это аллергия у меня, я не поняла пока на что. С утра я помнила на что, сейчас не помню, над чем-то я склонилась, и у меня началась аллергия, в общем... It's okay. Мне кажется, что это не... Может, в этом доля правды есть, может быть, это аргумент, но в этом нет... Ну, так не должно быть. Так не должно быть. Если человек путешествует, если его работа зависит от переезда из города в город, из области в область, из страны в страну, карты должны работать нормально. Интернет у меня всегда был хороший. У меня в Харькове был 3G интернет, потом у нас появился 3G интернет в Донецке. Хотя там год-два я отмучалась совсем хреновым интернетом. Вот, от МТСа был очень дорогой интернет, МТС не работал весь синоватый. Я как бы сначала не видела в МТСе никакого смысла, я там пользовалась Лайфом. Вот. В общем, потом у меня появился МТС Лайф, потом Лайф вообще перестал работать в Донецке, вот, весь виноват, я уже не помню, весь виноват, по-моему, все работало, даже Киевстар работал, потому что там рядом находилась Авдеевка, все вот эти вышки, и поэтому там украинская связь нормально работала. А вот в Донецке начали глохнуть оператор за оператором, вот, хотя, казалось бы, они не настолько прям далеко друг от друга находятся, Донецкая и Синоватая, но тем не менее. Вот, начали глохнуть, и стал работать один Феникс, как это было в 2014-2015 годах. Вот, когда я помню, что Вова поднимался там вверх куда-то на крышу на дом, чтобы мне позвонить в Харьков из Ясиноватой или там в Донецке искал связь, вот, ну тогда она еще так вот была нормальная, блин, хвостик у меня красненький, а все остальное смывается. Хвостик маленький, хвостик куценький, хвостик надо лечить, потому что кто-то брил затылок целый год. Сейчас не знаю, брить, не брить, я подумаю еще. Я еще подумаю. Вот, поэтому хвостик куценький, потому что половина только волос. Плюс оно же задрото, мне вот здесь вверху заколотые. Это во-первых. Во-вторых, заколка еще такая вот эта уточка, поэтому волосы постоянно перекидываются на одну сторону. Вот, и
Потому что половина волос сбрита, сбрит затылок у меня был, прическа у меня такая была. Вот, поэтому у меня такой маленький хвостик сейчас. Вот. И у меня была сильная аллергия на краску для волос, очень много волос повыпадало. Вот, значит, идем дальше. Что еще купила? Форетти, раньше черничный. Вот такой вот итальянский десерт. Раньше покупали часто мы в Реме, мы их все перепробовали. И такой черничный, и клубничный, и шоколадный, и карамельный. Мы их, по-моему, все просто перепробовали. Вот, хотела еще такого же плана, только, по-моему, там другое или название, или фирма другая даже. Вот такое же точно, лепешечка такая пирожная. Но оно прям как торт. Вот, большое. И вот такое вот печенечко, или что это, какой-то кексик. Корж молочный, 75 грамм, не знаю. Может, с медиком, медик помогает, малой покушает. Захотел он такой себе. Вот, ну и бубушки еще купила, китикет вот такой вот с рыбой в соусе. Пока мы еще, знаете, ребят, не выиграли квартиру от Бориса. Вот, китикет вот такой вот с ягненком. Любит бубу такое, любит... Фрискас, вот, любит язык, ягненка любит, рыбку любит, вот, ну, такое вот. Сказать, что, допустим, что он сейчас ест натуральную пищу, нет, вообще, даже к молоку не проявляет интерес. Вот если раньше трусился за нашей едой, то сейчас ни к молоку, ни к колбаске, ни к сосисочкам. Понюхать, да, повыпрашивать, постоять, да, но если его кто-то угостит, ну, есть... Ну, не будет или не особо будет. Вот корм, да. Всякие сухие прикормочки, всякие там, вот как я покупала спрессованные прям такие вот кусочки пожевать. Ой, я не помню, что там, что-то тоже вот мясное для котов. Такое он не кушает. Вот либо влажный корм, либо он ест паштеты. Как ветчина, вот как в баночках, либо он ест паштеты колбаской. Либо Бубу кушает влажный сухой корм, размоченный в воде, тоже очень любит. Все, в принципе, особо ни к чему такому он интерес не проявляет. Ну и сухой корм у него всегда в достатке, вода всегда в достатке. Вот, воду я уже с тем, что он иногда балуется, и у него на шкоды пробирает. Вот у него либо шкодничает, он пытается на холодильник со стола запрыгнуть, и это у него идет там в течение нескольких дней волна. Потом он переключается, начинает миску по всей кухне катать с водой. Потом он переключается, начинает высыпать у себя из лотка, роет как сумасшедший по всей кухне, раскидывая наполнитель. Потом опять там следующая волна, там 3-4 дня дерет обои, как сумасшедший. Потом 3-4 дня у него идет волна, он раскидывает все в ванной. Потом еще дня 3-4 он начинает раскидывать, прибегать ночью и начинает раскидывать со стола письменного детского вещи. То потом тоже дня 3-4 у него волна, он раскидывает все на кухне со столов, запрыгивает и начинает скидывать. Там лекарства там какие-то лежат, у меня сейчас лежат лекарства на столе на кухне, например, аптечка лекарства, потому что мне не нужны постоянно, потому что я заболела, потому что малой заболел перед Новым годом, долго проболел, мне постоянно нужны были лекарства, я бегала туда-сюда с таблетками, с сиропами и так далее, у меня так все разложено по схеме, что как принимать. Потом у меня этот самый, сейчас скажу, а потом я заболела сильно, потом опять малой заболел, потом опять я, потом Володя приболел. То есть постоянно кто-то болеет, плюс лекарства надо принимать мне еще какие-то курсом, вот, что-то пропивать. Ребенку тоже сейчас поднимать иммунитет. И в итоге мы там купили, Володя перед Новым годом накупил посуды, и у меня где стояла аптечка, я теперь не знаю, я еще кулинарные книги туда положила, я теперь не знаю, куда эту аптечку втулить. Ну пусть пока на кухонном столе полежит, за которым мы кушаем. Если гости приходят, или если у нас ужин какой-то зреет, я аптечку просто убираю на другой стол, перекладываю, вытираю, протираю стол, кладу салфетки, еду. Вот, а так в режиме кто-то сел на кухне, покушал, я или Володька, Дамир сейчас кушает в комнате у себя, в основном, вот, если мы вместе все ужинаем, то мы вместе все садимся. Почему? Потому что, ну, холодно очень часто, вот, в комнате обогреватель, в комнате тепло, а на кухне холодно. И как-то у него там и телек, и мультики, как-то, ну, там удобнее, вот. Я же уже говорила, квартира не наша.
Квартира небольшая, вот, и я просто иногда не знаю, куда какие вещи втулить, и начинаю как бы, ну, забардачиваться, так сказать, вот. Я это очень дело не люблю, захламляться, я очень это дело не люблю, вот, но иной раз просто, ну, некуда втулить вещи, просто некуда, вот. И такое бывает, к сожалению, поэтому бывают у меня такие моменты, вот. И... Как бы это так сказать? И вот, ну, как-то из этого вроде бы быт налажен, но хотелось бы там по-другому, там по-другому, там по-другому. Кстати, заказала себе много белья. Показывать, конечно, не буду, может, так, фрагментики какие-то. Вот, заказала себе много белья. Заказала ребенку тапочки. Заказала ребенку там наклейку такую, типа, как татуировка там с котом. Вот, он как, ну, переводная, поняли? Ему очень понравилось, у него как-то было, вот, и я ему заказала еще. А заказала малому тапки, сказала нет. Заказала себе чечи новые, вот, а то у меня вот эти и одни запасные. То есть я эти сломаются, одену запасные, у меня в запасе ничего нет. Мне надо, чтобы двое очков, помимо тех, которые я ношу в данный момент, были обязательно в запасе. Вот, заказала себе очки новые, заказала себе две повязочки. Начну пока с двух, вот, а там посмотрим, как пойдет. Там много в интернете видела повязок, как домашних, со всякими, вот это вот бантик и вот это «О май гад» написано, да. Я уже несколько лет наблюдаю за тем, как блогеры носят эти повязки. Увидела первый раз такую у Алены Погребняк, вот, и мне очень понравилось. Мне тоже такую захотелось. Потом, если я не ошибаюсь, никакого Вероника, блогер, вот, тоже в такой вот повязочке вышивала, вот. И мне так захотелось тоже такую повязку уже давно. Еще видела повязки с ушками, вот, с медвежьими ушками, видела с кошачьими ушками, они такие крупненькие, мягенькие, тоже такую хочу. Увидела много повязок, ну, на улицу именно ходить, вот, таких вот в стиле пинап. Заказала, в общем, себе две повязочки такие вот, ну, типа как салохи, вот. Хочу попробовать носить. Если мне зайдет, я тогда себе еще поназаказываю там несколько штук на лето. Хочу летом ходить в таких повязках и делать всякую там, может, хвостик озорной. Может, добавлю, возьму-ка каниколона и сделаю себе какую-нибудь прическу с разноцветными какими-то прядями, или просто хвост какой-то разноцветный, или косы в плиту. Что-то подумала, мне чего-то вот хочется, что-то вот на такое потянуло, на яркое, на интересное. Вот хотела еще сережечки себе заказать, какие-то красивые. Но у меня такая аллергия, что мне вот эти так серьги подходят очень сильно, вот эти черные. И я, если честно, очень не хочу, чтобы у меня была опять аллергия, боюсь, что мне что-то не подойдет, вот. Даже золото не могу носить. У меня на самом деле очень много украшений, потому что у меня папа ювелир. Вот, у меня очень много украшений, но у меня, когда я забеременела, началась сильная аллергия на золото, вот, и она так и не прошла. То есть у меня из золота только один крестик и одно вот обручальное кольцо. И то там обручальное кольцо там мешали, перемешивали, вот, что в других немножко пропорциях, там, а второе обручальное кольцо, чтобы может как-то устранить. И аллергия прошла, вот, на крестик вроде бы нет аллергии. А так вот бывает, вот серьги оденешь золотые, и прям вот шарики внутри какие-то. Я не знаю, с чем это связано, но с возрастом, чем старше я становлюсь, тем у меня все больше и больше и большее количество аллергий. Вчера Вова мне показал такое видео, что я говорю: Вов, ну я вот думала, мне спать ложиться, а маникюр утром сделать, когда Дамир в школе будет, говорю, или сейчас. Я говорю, после твоего видео, говорю, вот честно, говорю, вряд ли мне будет спаться, буду делать маникюр сейчас перед сном. Поэтому сделала себе просто серебристым лочком, покрыла ноготочки, сделала маникюрчик, вот, подпилила все, все обрезала ненужное, вот, и сделала себе маникюрчик вот такой вот серебристенький, уже без наклеечек этих, без переводочек, с перышками, ну, потому что они уже закончились, я 3 недели с ними отходила, вот, там их 30 штучек было, вот, и, ну, по 10 штук я наклеивала на каждый ноготочек, одну неделю, потом на вторую неделю и на третью, лак я обновляю раз в неделю, и маникюр полный я делаю раз в неделю, так же, как и педикюр. Вот. Но педикюр я сейчас не покрываю ногти, потому что постоянно в носках, постоянно в сапогах лак будет стираться. Вот. Я уже с этим сталкивалась неоднократно. Вот. Поэтому я просто делаю педикюр полностью и полирую ногти, чтобы они были блестящими, красивыми и здоровыми. Вот. Пока меня так устраивает. Хотя бывали года, когда я и красным лаком зимой покрывала, и мне очень нравилось. Я захожу в душ, и у меня
мои ноготочки напедикюренные, там вот в душевой кабиночке или там в ванной, вот ножками так пальчиками, меня это так радовало. Но у меня в каждом возрасте у меня какие-то свои заскоки, какие-то свои задумки, свои мнения на тот или иной счет. Поэтому тогда было так, сейчас так. Вот у меня в каждом возрасте по-разному. У меня в каждом возрасте все так или иначе что-то. Нос зачесался. Да, прям дико зачесался. В каждом возрасте у меня свои какие-то штучки, завихрения. Сережка торчит, это не сопли, если что. Это оно зачухало, смотрю. Так оно же, это застежка с сережки. У меня низковато, мне прокололи еще в свое время носы, поэтому часто мне не все серьги подходят, и часто застежки торчат из носа. Не прямо из носа, но если вот так поднимаешь лицо, то есть видно застежку. Меня это, в принципе, более чем устраивает, мне абсолютно все равно. Ладно, я уже с вами заболталась, вот, мы будем сейчас с Дамиром обедать, он будет отдыхать, так как он себя плохо чувствует. Потом надо будет делать домашки, нам сегодня рисовать памятники, памятник с видовой площадкой, красками, вот. После окрашивания волос у меня страшно чешется кожа головы, я ее пересушила, к сожалению. А, вот так вот, значит... Значит, что английский нам делать, памятник вот этот вот рисовать с видовой площадкой. Там еще ж сегодня домашек по нас задают. Там еще надо сделать рисунок школьных принадлежностей будущего. У Дамира там такая грандиозная задумка, что це капец, вот. Ух, вот так вот, вот такие пирожулькины. А еще, ну вот, да, вот по поводу соседей я уже говорила, мне неприятно, что некоторые на меня вот так вот вылупившись смотрят, как будто для них поздороваться с соседями это какой-то нонсенс. Это ненормально, когда с тобой, вот я в лицо здороваюсь с человеком, говорю «здравствуйте», а человек молчит. А еще я заметила, что здесь очень мало людей говорят «здравствуйте», они говорят в основном «здрасте». Когда мы жили в общаге, я не слышала ни от одного человека, по-моему, ну, может, от одного кого-то и слышала, по-моему, ни от кого вообще не слышала, чтобы говорили «здравствуйте». Все говорили «здрасте», «здрасте», все. Никто не говорил «здравствуйте». И когда я говорила «здравствуйте», на меня так смотрели, как будто вообще никогда этого слова прежде не слышали. Для меня это так странно было вообще. Вот, в общем-то, ладно, вот такие пирожулькины, я пошла переодеваться, потому что Дамирчик уже переоделся, пошла переодеваться в домашний шмот, обедать, отдыхать, делать кученцию домашек. Вот такие пирожули.